Выслушайте нас, пожалуйста. Выслушать не всегда означает услышать. Но сегодня это не тот случай. Шокирующая правда об экономии топлива. Цена на нефть стала барометром состояния мировой экономики. Начиная с конца 20 века, эквивалентом золота стала нефть. Это ресурс, цена на который растет каждый день. И добыча нефти встает все дороже и дороже. Автомобилей с каждым годом встает все больше и больше. И это не остановить. Происходит глобальное загрязнение окружающей среды, что очень серьезно влияет на наше с вами здоровье. От этого страдают наши дети. Опять же, кризис никто не отменял. Американским ученым удалось синтезировать вещество, позволяющее экономить до 14% топлива. После этого тема стала засекречена. Лишь спустя 30 лет НАСА рассекретила тайну своего открытия. Подробности оказались невероятными. Реальная экономия топлива от 15 до 30%. При этом происходит увеличение мощности, снижение шумности и защита двигателя от некачественного топлива. Плюс к этому снижается вредный и токсичный выхлоп на любом транспорте до 90%. И все это возможно. Узнай тайну невероятной экономии топлива. Наполни бюджет своей семьи и спаси мир от глобального загрязнения. Узнай, как экономить на любом жидком топливе свои деньги. Узнай, как заработать на топливе большие деньги. Нажми на кнопку внизу. Бесплатно запишись на прямую видеотрансляцию или свяжись со мной.